Мы наняли оператора, у нас теперь есть свой оператор. Спасибо. Пожалуйста, мой хороший, пожалуйста. Вот такую красивую дорожку Мила сделала из безешек на торте, сказала: я устала, мама, дальше сама. Я сейчас доукрашу торт, вот такой он у нас получился, и буду мариновать курицу. Точнее, мариновать даже я ее не буду, я ее посыпала специями, которые мы любим, и где-то примерно на полчаса оставила. Пока стояла курица, я почистила картофель, нарезала его дольками. Выпекать я буду при 180 градусах примерно час. Расскажи, сколько тебе годиков сегодня исполнилось? 4, правильно, 4 годика. Угадала. Угадала. Так что ты думаешь, дедушка тебе подарит? Думаешь, что лол? Да. А если не лол? Лол. Ну, может, лол, ты мой хороший. Моя сестра Марика. Да. А ой, папа, а ой, мама, а ой, ты совсем папа, малый. А ой, сестра. Старший брат, ты поздравил сестру с днем рождения, да? Спасибо. Всех это я, тебя больше всех. И мне больше всех, потому что у него внутри перышки. Нет, у меня это не звездочка. А звездочка, Мил, какая звездочка еще красивая, очень красивая звездочка. Где? Вон, на самом верху. Рома, знаешь, ей просто не видно эту звездочку. Что, я уже не вот, видно. Красивая? Скоро, милаш, скоро. Папа, мне бы дай сайти. Моя не. А поднеси поближе с пушком. Покажи мне ко мне. С пушком, который воздушный. Так опусти его пониже, чтобы было видно. Еще пониже. Пониже, притяни его к себе. Вот так. Еще пониже. Вот она, Милана, тебе видно сквозь шарик. Ю-ху. А это подарок от дедушки и бабушки, чемоданчик Лол. Как мы знаем, обычные сюрпризы – это шарики или капсулы. Здесь же в чемоданчике содержится несколько шариков сюрпризов, 6 штук, и еще бомбочка в форме сердца, шикарная бомбочка, большая, очень большая. В шариках содержатся не просто сюрпризы, в каждом шарике есть кинетический песок разных цветов. Сначала в шарике у нас был розовый песок, потом голубой песок кинетический, он очень приятный на ощупь, и в этом песочке спрятаны сюрпризы. Так, но уже на столе у нас стоит вода, сейчас мы будем опускать бомбочку. Даже Рома пришел, ему тоже интересно. Сейчас я ее открою. Вот она какая большая, красивая. Конечно, эффект потрясающий. Но это еще не все. Под этой бомбочкой находится еще один большой сюрприз в форме сердца. В этом сердечке была вот такая куколка Лол. Пока мы разбирали подарок, курица уже приготовилась, но я вам сразу покажу, как мы зажигали свечки на торте. Кстати, свечки на торте мы зажигали, я думаю, как и все, несколько раз. Сначала задувала Милаша, потом Рома, потом Милаша с папой, потом опять Мила. А после дня рождения от Милы поступило неожиданное предложение. Она попросила полопать шарики. Ну, конечно, как я могу отказать ребенку в день рождения?
Поэтому заключительным развлечением этого дня стало лопанье шариков. Кстати, не все шарики именно лопались. Некоторые шарики просто сдувались, они были как будто силиконовые. Но все-таки один шарик у нас успешно лопнул громко, и все блестки, которые были в нем, красиво разлетелись. Самым большим ожиданием у нас было, как же лопнет большой шарик с перьями. Но, к сожалению, он не лопнул, а просто потихоньку сдулся. Но зато перья, которые были внутри, просто шикарные, посмотрите. Нужно будет обязательно сделать какую-нибудь поделку, может быть, даже карнавальную маску к Новому году. Я надеюсь, что этот день останется в памяти моих детей как один из самых хороших, веселых, замечательных дней. Дней, когда исполняются желания. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться на канал, а также с нетерпением жду ваших комментариев.